В Большом актовом зале областной администрации оживленно. Собравшиеся уже знают о том, что сегодня назначат нового главу региона. Каждый делает свои прогнозы. И после часового ожидания областной актив о назначении проинформировал премьер-министр. В связи с назначением Бейбута Атамкулова, он освобожден от должности акима Южно-Казахстанской области. По указу президента на эту должность назначен Жансейит Туймебаев. Сейчас прошла внеочередная сессия областного маслихата. Депутаты поддержали кандидатуру. Напомним, Жансейит Туймебаев – уроженец Южно-Казахстанской области. Родился в 1958 году в селе Кайнар Байдибекского района. Кандидат филологических наук, профессор. До сегодняшнего дня работал чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Турции. Спасибо президенту за оказанное мне высокое доверие. Назначение акимом области я понимаю как службу служения народу. Постараюсь оправдать доверие. Надеюсь на понимание и поддержку южан. Бейбут Атамкулов на должности акима области проработал 1 год и 2 месяца и указом президента назначен министром оборонной и аэрокосмической промышленности. Я благодарю президента страны за оказанную мне высокую честь. Также я благодарен народу Юга и депутатскому корпусу, моим коллегам за поддержку. Шанар Уразова, Галымжан Ерназаров, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Отрар».